Вітаємо вас, шановні друзі. В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І, як завжди, у цій порі я запрошую вас у подорож світом творчості наших земляків. Але сьогоднішня зустріч у нас буде доволі незвичною, тому що ми мандруватимемо світом дитячої творчості. До нашої студії завітали керівник та учасниці англійського театрального клубу «Apple P», керівник Маріна Руїк зі своїми маленькими вихованками Євгенією Глушак і Алісою Головченко. Я вас вітаю, дівчата, і дякую, що сьогодні ви погодились на зустріч з глядачами телеканалу «Миколаїв». Доброго дня. Доброго дня. Насправді ви красиві, ви дуже гарні і ви дуже позитивні. Але якщо говорити про Apple Pie, з чого починалася його історія? Apple Pie почався із Николаївського дому учителя. Так как там я повстречала замечательную женщинку, Грищенко Надежду Владимировну, спасибо ей огромное, то, что я встретила. Она попросила меня вести хореографию. Я немножечко повела хореографию на протяжении года. Далее мы начали с ней знакомиться все ближе и ближе и решили создать английский театральный клуб. Конечно, была это ее идея, она была директором этого клуба, она начала все поднимать, ставить на ноги. Я ей помогала, я была руководителем там, но, к сожалению, ее не стало, и все это перешло как бы мне. Теперь мы продолжаем это творчество. Я это очень люблю. Я благодарна ей. И люблю детей, которые остались после нее. Так как дети, которые она с ними занималась. Допустим, Алиса, она с 5 лет занималась с Грищенко Надеждой Владимировной. До сих пор она у нас, с нами. Давайте расскажем о названии клуба. Apple Pie – это яблочный пирог. Почему? Потому что Англия, ну, это символ Англии, яблочный пирог. Во-первых, это вкусно. Во-вторых, мы очень часто встречаемся за чашечкой чая, иногда, за чашечкой чая с английским пирогом. И вот сегодня наши зрители тоже могут понаблюдать, а мы можем просто насладиться запахами, потому что студия переполнена прекрасными запахами яблочного пирога. Но я, дорогие друзья, уверяю вас, что вот наши гости, они такие же, знаете, сочные и наполненные прекрасными творческими нотками, настолько же яркими, как вот этот вот яблочный пирог. Но сегодня сколько у вас участниц в коллективе, в составе коллектива? Ну, участников 35-40. Когда как? Все-таки это дети, вы же понимаете. Пришел, ушел. Ну, большинство, конечно, у нас пополняемся, все у нас больше и больше. Мы растем. Так. Приходите к нам. Я думаю, что сейчас, дорогие друзья, самое время вот так вот расслабиться и окунуться в атмосферу детского творчества, то, что, в принципе, мы вам и обещали, потому что мы приглашаем вас в прекрасное путешествие страницами творчества яблочного пирога театральной студии, которая работает на основах английского языка. Давайте посмотрим.
світ дитячої творчості неймовірно яскравий. У котрий раз сьогодні нам це довели учасниці Англійського театрального клубу Apple Pie. Сьогодні дівчатка у нас у гостях, і ми маємо можливість з ними познайомитися ближче. Перша дівчинка від мене дуже яскрава, гарненька і з прекрасним чарівним ім'ям Аліса. Алісочка, чим саме тебе приваблює театральне мистецтво? Як давно ми вже знаємо, да? Керівник сказала, а чим саме приваблює театр? Театр, на самом деле, он очень интересный. У нас очень креативный преподаватель. На самом деле, каждый урок, ты вот ждешь его всю неделю, чтобы он наконец-то наступил, потому что вот хочется снова встретиться с этой атмосферой, с этими детьми, со своими друзьями. На самом деле, при первом занятии, вот когда к нам приходят какие-то новенькие дети или вот со старыми, мы на самом деле ни с кем вот не собираемся, там, например, соперничать. Мы все очень-очень-очень дружно, и новичкам очень нравится в нашей компании, потому что и мы, и наш преподаватель очень дружные и любим, когда к нам пополняются новые дети, потому что это пополняются и спектакли, такие как «Алиса в стране чудес», «Мэри Поппинс» и «Звуки музыки». Пополняются дети в эти спектакли и так далее. И, конечно же, очень нравится мне, что Марина Юрьевна нас учит правильной дикции, чтобы у нас были ровные спинки, все было хорошо. И вот мы даже хореографией занимаемся. У нас каждый урок происходит разминка тела, разминка лица и разминка, то есть чтобы мы кривлялись там как-то... рот разгибали, скороговорки, скажем так. Чтобы это было все правильно, да? Да, чтобы это все правильно. Алисочка, ну, я думаю, что Марине Юрьевне можно быть спокойной за будущее студии, потому что уже взращивается смена, собственно говоря, руководящего состава, все в порядке. Думала, Алис, ну вот я хотела бы поинтересоваться, вот как вы считаете, для того, чтобы роль удалась, что надо для этого? На самом деле, надо быть очень-очень внимательным на репетициях. Конечно, стараться не пропускать эти репетиции. Ну, вот если заболел, конечно, ну вот это еще так вот. А если там, например, там вот что-то просто не захотел пойти, особенно перед спектаклем, это как-то, ну, неправильно, я так считаю. Потому что, ну, мы репетируем, мы готовимся, мы готовимся. И вот самая главная репетиция, это для нас... Просто все, каждый день готовимся, на выходных встречаемся, но все равно, вот даже если мы на выходных встречаемся на проспекте Ленина 8А, то все равно мы там не скучаем, хоть это может быть и в 10 утра, и в 9, так, все хорошо. Равно. Хорошо, вернемся к роли. Какая самая главная вот для вас была роль? Для меня на самом деле самая главная роль была, это вот все три спектакля, которые я играла, это была «Рапунцель», это была «Сказочная история», там, где все было перевернуто. Это главная роль, да? Да, и Алиса. Да. В «Рапунцель» я играла «Рапунцель», а вот в «Сказочной истории» я играла рассказчика, а вот в «Алисе» я играю Алису, соответственно. Алисочка, вот Алиса в «Алисе», да? Да. Для того, чтобы она состоялась, что надо? Хорошо знать роль, знать характер героини, хорошо знать язык, потому что у вас необычная форма театральных постановок, да? Вот как ты считаешь, что самое главное? На самом деле, первое, что надо знать, это обязательно знать книгу, то есть так. О чем рассказывается в этой книге. И вот потом это для чего? Для чего? Ну, для того, чтобы как бы ты больше знал, какую ты роль будешь играть. Вот. Наверное, характер героини. Да, характер героини. А потом, конечно же, уже мы распределяем роли вместе. Потом, конечно, вот это бывает, что я хочу вот эту роль. Марина Юрьевна пытается. То есть она за вами скорее она идет, да? За нами идет. То есть она пытается сделать, чтобы, например, вот в какой-то одной роли было два человека, там какие-то постановки. То есть она это все выдумывает. Понятно. Переделывает, потому что вот сказки у нас получаются какие-то свои, особенные, с изюминкой. То есть не такие, как в книге, а вот интересные. Потом, конечно же, это собирается вот костюмы. На самом деле, вот костюмы, там, например, шахмат, карты,
делает Марина Юрьевна, ее мама. Конечно, мы за это очень благодарны Марине Юрьевне, конечно, ее маме. Конечно, я думаю, что много информации, вот видите, Алиса нам выдала. Тем не менее, Марин, как вы видите работу коллектива? С чего вы, прежде, как бы, самая главная отправная точка? Вы приближаете их к профессиональному все-таки театральному искусству? Или вы хотите развить вот их видение детское, вот такое непосредственное, яркое? Алиса сегодня просто пестрит эмоциями, это прекрасно. Они, я так думаю, что все у вас такие. Ну, больше, конечно, детское видение яркое, потому что я вот сейчас часто как делаю? Я говорю так, сейчас мы, допустим, делаем какую-то постановочку, развернулись здорово, подумали, что бы вы хотели сделать. То есть они сейчас сначала пытаются показать какие-то движения сами, придумать какие-то движения, а потом они их внедряют. Я даже пытаюсь, очень часто пытаюсь какие-то роли, чтобы они сейчас сами это сделали, а потом я уже все что-то там перекручу, для того, чтобы оно все было, ну, их сделано, чтобы естественно, да? было, чтобы им это было по душе. Какую они роль, хотя сначала говорят, какую они роль хотят, а потом я уже пытаюсь что-то с этими ролями это сделать. Образ, конечно же. Евгения, вы сегодня прекрасны. Вы в роли, в образе королевы. Да. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь театральным искусством? Почти 2 года. Так. Женечка, что вам дало это занятие театром, театральным искусством? Развитие дикции, хорошее изучение английского языка, например. Вот. Жень, а когда вы подошли вот к работе этого коллектива, вы уже знали английский язык? Да. Так. А вот в какую, как начинается работа над ролью в данной ситуации? Вы изначально изучаете текст для того, чтобы правильно произношение было? Да, сначала нужно изучить текст, а потом уже как бы так, как нам наш хореограф говорит, Марина Юрьевна, вжиться в эту роль. Ух ты, а как это вжиться в роль? Ну, то есть играть, как ты сама живешь. Проживать, общем, роль, да? Да, проживать, угу, роль. Женечка, а вот быть королевой, это как? Это красной королевой быть, это быть всегда строгой, так, и злой. Злой? Да. Королева злая? Да, красная королева, она очень злая. А как вот после роли вы выходите в себя? Ведь злой быть, это же, наверное, плохо? Да, злой быть плохо. Так. Вот. А как соединить вот роль и, скажем, в жизни, для того, чтобы быть хорошей, доброй девочкой Женей? Ну, как бы так. Переключаться уметь? Да. Так. Уметь нужно переключаться в хорошую, угу, роль и с плохой, или из хорошей роли в плохую. Ой, это так сложно, наверное, да? Пока учишься, это может быть и сложно, но когда ты уже понял, как это делать, научился, это уже легко. Какие у нас сегодня мудрые гости, очень яркие, очень талантливые. Девочки, ну я очень хотела бы, чтобы вы показали для наших зрителей хотя бы какой-нибудь отрывок с постановки. Можно будет это сделать? Да. А что мы будем смотреть сегодня? Мы сегодня будем смотреть вот концовку «Алиса в стране чудес» нашего спектакля, о том, как карточники красили дерево в красный цвет, как мы знаем из книжки, но королева, а раньше это были белые розы, и они красили, и королева была очень недовольна, так, что... вот с этого момента мы будем смотреть, да? Да. Пожалуйста, будем с нетерпением смотреть, наблюдать за вами. Who's been painting my roses red? Touch me, sir! You? Not me! That's enough! Oh, is your head? Please, no, no! And who's this? I'm Alice. Look up, speak nicely, and don't fiddle your fingers. Turn out your toes, open your mouth, a little wider, and always say, yes, your majesty. Yes, your majesty. I'm trying to find my way home. Your way? All is here, babies! You know, today is your Auntie's Day! Is it? Yes! A very merry Auntie's Day to me! To you! A very merry Auntie's Day for me! For you! Now close the candle lights, my dear, and make your wish come true! A very merry Auntie's Day! A very merry Auntie's Day! A very merry Auntie's Day to you! Кстати, мы хотим вас поздравить с днем вашего не дня рождения! А если у кого-то день рождения? Тогда мы вас поздравляем с днем рождения! Супер калифрагилистик экспиалидоушес! Ой, вы все равно не знаете, что такое супер калифрагилистик экспиалидоушес. Давай им расскажем! Окей,
Supercalifragilisticexpialidocious – это самое длинное английское слово. Состоит оно из 36 английских букв. А переводить вы можете так, как вы сами захотите. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you always are precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. See you! Спасибо большое, девочки. Марин, я хочу сказать, что у вас готовые актрисы уже. Они очень быстро действительно вживаются в роль. И такое ощущение, девчонки, что вы абсолютно не волнуетесь. Как вы готовите себя вот перед выступлением? Ведь вас смотрят много людей. На самом деле Марина Юрьевна нас пытается как-то развеселить. То есть мы перед тем, как выступать, там разговариваем о чем-то веселом, вспоминаем наши прошлые какие-то концерты, вспоминаем наших каких-то лучших друзей, которые были в английском пироге. Разговариваем с нашими родными, конечно же. И это помогает, да? Это очень помогает, да. Потому что вот ты вспоминаешь, как проходили все вот эти концерты, какие-то неудачи. На самом деле ты с них смеешься скорее, чем плачешь, потому что это так радостно, когда, то есть, мы выступаем, готовимся к этому долго. И на самом деле, когда вот у нас какие-то есть неполадочки, то Марина, наверное, говорит: ничего, в следующий хорошо, раз будет, да? Намного еще лучше. Так. И вот на самом деле Марина Юрьевна нам внушает надежду, поэтому мы совсем не волнуемся. И поэтому вы такие уверенные, да, да, в себе. Да. Жень, вот если мы сейчас помечтаем, и вот как будто мы встретились лет через 10, будет театральное искусство в твоей жизни? Ну, конечно. Так, а в какой форме это будет? Ты уже будешь профессиональной актрисой, например, хотя это еще, наверное, будет рано, но тем не менее. Будет ли это твоей профессией, например? Я не знаю еще, я, может быть, подумаю, но очень хочется как бы так, чтобы получилось. Так, как ты думаешь, для того, чтобы стать настоящей актрисой, что надо? Нужно очень много трудиться, вот, и, как бы так сказать, уметь радоваться, своей роли, как бы так. Так. И, как бы так, в концерте не обращайте внимания на свои неудачи. Можно. А бывают неудачи? Конечно. А какие, например, неудачи? У вас же все прекрасно, девчонки, вы такие яркие. Нет. Я просто влюбилась в вас. Ну, иногда можно просто ошибиться. Ага, забыть текст, да? Да, забыть текст. Но Марина Юрьевна учит нас, вот кто-то забыл текст, нужно другому говорить уже сразу. То есть друг для друга работает, да? Да. В паре, как будто вы партнеры на сцене, да? Партнеры, а не соперники. Не соперники, это очень большая мудрость. Марин, ну вот, в принципе, девчонки уже выразили философию вашего направления, вашей работы. Какие для себя горизонты вы хотите открыть? Потому что уже много сделано. Вы выкладываетесь в них по полной, и они сегодня вот просто блещут вот этими зернами. Много сделано. Что дальше? Хотим, конечно, развиваться, чтобы привлекать к себе больше детей, потому что хочется помочь многим, потому что у нас нет талантливых, неталантливых детей, есть дети, которыми просто не занимаются или которыми занимаются. То есть поэтому любого ребенка можно вывести на сцену? Любого на сцену, конечно, мы всегда стараемся всех поставить в первой линии, потому что жалко ребенка, когда его, про него не обращают внимания, не видят его, а потом раз и вырастает зернышко, а до этого не видели, или наоборот. И вот дергают постоянно, он потом: все, я уже не хочу, или я звезда, я самый лучший. Поэтому стараемся всех на одном уровне, все, чтобы были в первой линии, чтобы все показали себя. У нас все одинаковые. Как вы работаете с родителями? Потому что ваш успех – это залог, знаете, таких триединства: дети, родители и преподаватели. Огромное спасибо хотела сказать родителям, потому что родители постоянно нам помогают и в костюмах, и в ролях, потому что мы очень часто садим родителей на первый ряд, говорим: смотрите на детей, говорите поправочки. Потом после того, как после репетиции, родители рассказывают детям, как, что. То есть это тоже воспитательный процесс, который помогает детям. То есть спасибо им огромное и за костюмы. Всегда, допустим, когда мы делаем каждый месяц-полтора эти чаепития, родители все время делают и всякие вкусняшечки, и все время нам помогает. Спасибо. Это очень важно. А у нас, дорогие друзья, есть еще один момент такой, что который, знаете, просто пригласит нас всех в мир детского творчества. Это опять будет представление, и опять будет все очень прекрасно. Давайте посмотрим.
Вот смотрю и удивляюсь, что на самом деле дети очень, очень себя свободно чувствуют в момент представления, и нет языкового барьера. Как вы адаптируете тексты на английском языке для украиноязычных детей? Мне приходится переписывать полностью сценарий. Ну, я понимаю, какая лексика, я не знаю. Примерно, допустим, на ребенка, знаю, что он знает, и начинаю сделать сценарий именно под ребенка. Mm-hmm. То есть я смотрю количество детей, потом смотрю на каждого ребенка и пишу сценарий отдельно под каждого ребенка. Таким образом намного проще понять. И когда даю, допустим, больше текста тому, кто быстрее улавливает, меньше текста, который немножечко слабее, но они всегда все в первой линии. Чуть меньше текста, чтобы не так переливались. Да, правда, они действительно, да. У вас все в одной линии. Стараемся, да. Или, допустим, кто-то в первой, кто-то в второй, потому что меняемся. Но как текст. Текст еще постепенно, он запоминается, знаете, все-таки все время то же самое, тоже проговаривается. То есть, практически все знают, вот честно, Красная Королева у нас, первый раз Красная Королева, она просто была картой, сейчас она просто запомнила все слова, потому что все время оно то же самое. То есть наши дети знают все слова со спектакля, потому что все время это все на слуху. Поэтому постепенно они его заучивают. Да, помогает ли кто-то вам в плане методической помощи? Да, большую поддержку мне поддерживает Мельниченко Наталья Петровна, это художественный руководитель Баловнянского дома культуры. Хотела сказать спасибо Скупченко Татьяне Николаевне, это ведущий методист областного центра творчества. Да. И спасибо Вачук Надежде Леонидовне, она методист Новоодесского района. Спасибо. Марин, где можно вас увидеть? Можно пригласить наших зрителей на спектакль, где можно увидеть, и что вот следующая постановка, какую готовите? Да, пригласить как-нибудь сейчас пока не могу, к сожалению, потому что мы не знаем, когда мы будем выступать, когда следующая будет репетиция, когда следующие будут концерты. Вот. Но следующий спектакль мы хотим поставить, кстати, мы решили вместе со всем нашим коллективом, мы решили поставить каждый, чтобы ребенок взял себе роль, ту, которую он хочет, взял со всех сказок диснейлендовских, или даже... Классно. Да, и каждый был в своей роли, то есть каждый был главным героем. Все это потом я соединю все в одну сюжетную линию, и мы сделаем такой спектакль. Я думаю, что мы проанонсируем обязательно, правда, перед тем, как будет представление, и пригласим наших зрителей. Вы можете посмотреть наши репетиции, как мы репетируете на нашем сайте Apple Pie. Вот так вот. Да, Apple Pie, яблочный пирог. Сегодня были участники и руководитель у нас в гостях, дорогие друзья. К сожалению, наша встреча подходит к завершению. Я желаю вам удачи. Я хочу, чтобы вы были такими же сочными, наполненными идеями, творчеством и талантом. А вы уже такими являетесь. Ну, пусть это возрастает в несколько раз. Спасибо большое. Спасибо, что ваш канал развивался и развивался. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам всього найкращого. І залишайтеся на нашій затишній хвилі надалі.